вечора. Тема дня доповнює наш інформаційний блок. І сьогодні гість нашої студії Михайло Коваленко, керівник проєкту єдиної платіжної системи, компанія NIT. Доброго вечора. Добрий вечір. Михайло Петрович, сьогодні з вами розмовляємо в продовження сюжету, який був в новинах сьогодні. І перше моє питання стосується загалом ваших вражень від самого проєкту, як він розвивається в Кіровограді. Я нагадаю нашим глядачам, що кілька місяців тому Кіровоград перейшов на нову систему оплати за комунпослуги. Це коли вже заповнені так платіжки приходять абонентові додому. Як пішла справа і що можна сьогодні, які висновки робити? Ну, скажу так, что гладко, конечно, не идет, и на сегодняшний день можно сделать вывод, что еще нужно продолжать усовершенствоваться, потому что есть много вопросов, не всем, может, людям это нравится, но процесс перехода на новую систему, привыкания, он везде был, и не так гладко во всех городах, где мы изучали опыт, он переходил. В конечном итоге людям, когда они получают одну платежку и когда там уже будут выверены все ошибки, оно, конечно, больше нравится и вопросов не будет. А если поначалу в основном нам были критические звонки, отзывы, то на сегодняшний момент, я скажу, где-то 50 на 50, то есть это радует, есть тенденция к лучшему, звонят и говорят спасибо, что вы есть. Але шліфувати систему ви продовжуєте? Звісно, вона до сих пор знаходиться в тестовому режимі. Тобто ми працюємо, і я думаю, що повноцінно вона заработає тільки разве що к концу року. Одне із нарікань стосується того, що платіжки або не приходять вчасно, або, скажімо, не потрапляють безпосередньо в руки абонентам. Хто мусить за цим слідкувати? Ну, раз компания наша NIT взялась за это дело, значит, мы, наверное, должны это отслеживать. Но объясню, здесь есть несколько факторов, когда большинство городов, где они уже давно начинали, и банки большинство работают в единой системе, соответственно, единая платежная система выгружает данные предприятиями, и оно быстро разносится по базам. Когда в городе, в Кировограде, предприятие получает там с разных систем данную информацию, с разных банков, и, соответственно, большинство информации от большинства банков приходится вообще обрабатывать вручную, данные в базу попадают очень поздно. И, соответственно, предприятия, поставщики услуг очень поздно выдают нам информацию, которую мы должны напечатать. То есть, конечно, в идеале нужно до 10 числа, чтобы эти счета были, доставлялись. Но когда только к 10 числу предприятия выдают данные, то нам нужно их обработать, свести в единое и, естественно, типографии потратить время напечатать и разнести. То есть, поэтому, к сожалению, есть задержки, но с каждым месяцем мы будем стараться, чтобы это работало в идеале. И если больше банков будет подключено, соответственно, предприятиям будет приходить единым реестром, который не надо вручную будет обрабатывать, и быстрее они смогут нам выгружать данные. То есть это просто процесс времени, то, что я говорил, что если мы подключим к концу года, к примеру, все банки, то проблем совершенно не будет с этим. Як показує практика, скільки десь треба часу, аби система вже стала ну, максимально досконалою? Ну, я скажу, у наших коллег, которые 10 лет работают, у них тоже бывают проблемы, ошибки. Мы общаемся, обмениваемся опытом. Но для того, чтобы система была полноценна, как вы говорите, досконала, ну, нужно хотя бы полгода, чтобы прошло, чтобы обкатались. И основные те проблемы, которые есть, имеют тенденцию, какую-то массовый характер, они будут устранены. А единичные случаи, они возникают у наших коллег, я знаю, у городов-миллионников, и спустя 10 лет, как у них система работает. Михайло Петрович, ще один нюанс, що стосується самого вигляду формату документа. Сьогодні в нашому матеріалі ця тема теж підіймалася, і думка юриста полягає в тому, що цей документ має бути закритим для сторонніх очей. Що ви скажете з цього приводу? Да, я думаю, что это правильно, хотя хочу заметить, что в большинстве городов наших коллег, если вы посмотрите, как это делается в Киеве и в Одессе, у них информация совершенно открыта, и учитывая, что есть поставщики услуг, которые помимо того, что доставляют квитанции, они еще вывешивают списки там, своих должников на двери, да, там, дома, либо еще где-то на бигбордах, так практиковали в Одессе. Ну, то есть это просто борьба с неплательщиками. А что касается добропорядочных плательщиков, конечно, желательно, чтобы открытая оставалась только строка, где адрес. В связи с этим мы применяем такую технологию в типографии, как фальцевание, то есть сгибается лист пополам, и информация вся, кроме адреса,
она получается закрытая. Адрес нужен для того, чтобы, естественно, доставить по месту назначения. Ну, собственно говоря, почему те листы, которые оказывались, были согнуты, а в конечном итоге оказываются открытые, ну, это больше менталитет нашего народа, когда бывает, кто-то увидел у соседа лист, взял его, раскрыл, посмотрел, выбросил на пол. На це скаржилися вам? Да, к сожалению, очень много жалоб как раз на то, что бывают валяются эти наши информационные листы. Ну, объясню, здесь никто не виноват, не те, кто доставляют, а доставляют квитанции в частном секторе водоканал, контролеры водоканала, и там, где есть всего лишь одна услуга вода, то доставляют, соответственно, сотрудники водоканала. Во всех остальных случаях доставляют сотрудники Укрпочты. Но когда почтальон приходит, да, и нету почтовых ящиков, она старается вложить эту квитанцию каждому в двери. Но от того, что кто-то пробежится, их повыбрасывает с двери, конечно, никто не застрахован. И... Тобто, сами абоненты мають подбати про те, щоб їх скриньки були в порядку, так? Да, конечно. Дело в том, что если нету почтового ящика и доставили в дверь, да, оно в двери торчит квитанцию, то застраховаться от того, что кто-то прочитает чужую квитанцию, ну, к сожалению, нету способа никакого. Еще одно питание, которое стосується самого змісту документа. На самом початку, когда начиналась эта справа, вы были в гостях нашей студии, говорили про то, что были питания до цифр, которые зазначены у платежках. Сегодня это питание снялось? На сегодня тоже есть вопросы по цифрам, но я скажу, что, например, что касается ЖЭКов, да, то вопросы уже практически решены. Если вначале было много звонков по этому поводу на нашу службу техподдержки, то сейчас, если честно, я не помню за последний месяц, чтобы был хоть один звонок по поводу неправильных данных. Осталась там ситуация, например, с водоканалом, но она тоже объяснима, потому что зачастую люди платят всю жизнь по старому тарифу, например, не знают, что есть новый тариф, и у них накопычивается долг, и они этот долг не признают. Но после того, как они звонят водоканалу, им объясняют, и ситуация решается. К сожалению, просто изначально люди, когда получают эту квитанцию, звонят с возмущениями. Достаточно просто телефон той службы, где вы не согласны с данными, указаны в платежке, да, позвонить, либо на нашу службу техподдержки 308930 телефон. Михайло Петрович, еще одно питання, заключне, бо маємо небагато часу. Для тих, хто, скажімо так, сидить зі своїми ще книжками і сподівається перечекати, коли пройде експеримент і повернемося знову до старої практики. Кіровоград мусить перейти, так? Це вже остаточне рішення. Ну, что я вам скажу по этому поводу? Ну, в Украине уже не осталось практически городов, которые работают на книжке. Ну, мы же не можем, например, в век телевидения отказаться от телевидения, вернуться слушать только радио. Поэтому вот вам и ответ на этот вопрос. То есть, есть единая система, она удобная в первую очередь для того, чтобы не было 100 книжек, для того, чтобы не обращаться. То есть один раз нужно выверить свои данные и после этого каждый месяц получать напоминания, а это всего лишь напоминание. Приходите оплачивать. Спасибо вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам я нагадаю, у нас у гостях був Михайло Коваленко, керівник проекту єдиної платіжної системи компанії НІТ. Побачимось на каналі Кіровоград. Гарного вечора. Спасибо вам.